друзья! Сегодня Уральский государственный экономический университет начинает церемонию открытия Международного образовательного центра компьютерных технологий «Арена мультимедиа». В условиях современной экономики для любого развивающегося специалиста, предпринимателя или бизнесмена ключевым ресурсом является идея. С идеи начинаются разработки промышленных и информационных технологий, товаров и услуг. Но как визуализировать идею, наиболее полно изобразить и продемонстрировать свой замысел партнерам и будущим инвесторам? Дорогие друзья, слово предоставляется ректору Уральского государственного экономического университета Михаилу Васильевичу Федорову. Здравствуйте, дорогие друзья. Я должен сказать, что мы сегодня присутствуем или участвуем в уникальном событии для всего Уральского федерального округа. Только на Урале, только в нашем университете создается, сегодня открывается и создан уникальный центр подготовки специалистов в области компьютерных технологий или компьютерного моделирования. Нам предоставлена большая честь быть проводником той уникальной образовательной технологии, которая идет из огромной страны, которая